На конкурс дети читают стихи. Я Гильдеева Алсура Амильевна, мне 13 лет. Я учусь в 7 классе Большеполянской основной школы Кадушкинского района Республики Мордовия. Андрей Дементьев. Баллада о матери. Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усых не пришло. Раз село прислали по весне, фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Будто сын ее услышать мог, он рванул из траншеи в бой. Встала мать прикрыть ее с собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Дома все ищудилось в кино, будто вот-вот в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.